Машинки, раскраски, развивающие игры – все, о чем мечтали и писали в письме Дедушке Морозу на ренмарские малыши из дома «Малютки», воплотилось в жизнь. Волшебную сказку подарила компания «Башнефть-Полюс» и волонтерское движение «Доброе сердце», для которых радовать малышей перед главным праздником года стало уже доброй традицией. Красивые какие, смотрите, да. А и смотрикашки там. Скажи, а тебе Дедушка Мороз что принес? Какие подарки? Окраски и машинки. Раскраски? А машинку какую? Ну-ка, давай посмотрим. Полиция. Это здорово. А ты Дедушке Морозу стих учил? Да? Может, расскажешь нам? Давай. Это ёлочка лесная, зеленая, густая. Типа солнышко мерцает, теопадок нам пищля. Этого веселого и открытого мальчика зовут Денис Латышев, и он мечтает стать полицейским. Дедушка Мороз это знал и принес мальчику подходящий подарок – модельку патрульной машины. Не забыл Дед Мороз и про остальных ребят. Все получили игрушки, книжки и еще массу развлекаловок. Всего их в доме «Малютки» 20 человек. Волонтерское движение «Добрые сердца» компании «Башнефть-Полюс» шествует над ними уже третий год. Традиционное – это Новый год, то есть перед Новым годом, это День защиты детей. Перед 1 сентября мы приезжаем, дарим подарки. Естественно, мы согласуем с руководством детского дома, чего бы хотелось, чего не хватает. Обычно это обувь, какие-то, например, какая-то одежда, ну, естественно, игрушки, как без игрушек. Какие-то развивающие игры, это, естественно, куклы, машинки, ну и все, чего нужно детворе. Веселый хоровод, игры с Дедом Морозом и фото на память. И пусть родителей заменить этим крохом не сможет никто, подарить праздник и новогоднее настроение под силу каждому из нас. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».